Что такое 48 тысяч пыли, 30 легендарок, рейтинговый режим и камбэк за камбэком? Ну, в принципе, это видео ты можешь посмотреть по ссылке в описании. Также парень делает видео по Хардсону и Варкрафту 3. Если тебе это все заинтересовало, ссылки в описании. Вот люди называют меня карточным колдуном, а на самом деле карточный колдун — это вот этот вот Сарат. Его механика состоит в том, что он дает тебе карты только те, которые ты заслуживаешь. Вот заслужил ты говно — говно и получишь. Заслужил что-нибудь классное — классное и получишь. И только то, что тебе нужно. Даже если тебе выпала какая-нибудь фигня, то поверь мне, он разбирается лучше, чем ты. Никакого рандома, это чистая помощь от Blizzard. Ну, чего же я достоин? Волна скилла. Неплохо. Ну ладно. Я думаю, атаковать его или не атаковать? Потому что если он будет разбивать раздражаторы, то у него... Четыре хп останется. Но в принципе, если он будет разбивать рукой, потом черепахой, то нет. Но тут уж как карта ляжет. Тогда волна скилла может и пригодиться. Но главное... в том, что он сейчас в принципе не должен убивать моего главного карточного колдуна. Вот это немного неловко, в принципе. Теперь нет смысла использовать волну скилла. Но, блин! Так, разменялся. Сволочуга, блин! Мой план немного не сработал. Я просто так схапал 4... 3 атаки в лицо. Ну ладно, давай. Ну что мне сейчас нужно? Может быть. Ну, ремувал какой-нибудь, да, какого-нибудь толстого существа. О, новое приобретение. Ясно. Это, конечно, ремувал, но мне он сейчас, в принципе, не пригодится. Так, ладно, этого чувака мы разобьем. Атаковать по буканиру я не буду, но потому что даже если он возьмет кинжалы, то как бы атака у всех будет четная. То есть ему нужно будет размениваться очень жестко с этим чуваком. Поэтому... пофигу! Ну, два заклинания он уже выдал. В принципе, волна скилла и ремувал, который, в принципе... Ну, блин! Нашел единичку! А, это неприятно, слушай. Он теперь может вообще изи разменяться и просто эту катку затащить. Но, блин. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Или не придумаем? Или придумаем? Сейчас придумаем! А зачем ты это? Ты сейчас атаковать будешь, и у тебя маскировка как бы нет. Снимаешь шлёный. Ну ты молодец, то что пошел в лицо, конечно. Волна скилла. Го-го, волна скилла. Так. Ну разменяемся. И теперь, в принципе, ему будет довольно-таки проблематично убивать моего карточного колдуна. Я не знаю, чем он думал. В принципе, если он что-то задумал, возможно, у него есть какой-то план. Возможно, этот. Ну, вот здесь вот мне и пригодится ликвидация. Нету смысла мне сейчас ставить таунт, я думаю. Потому что если его ликвидация пролетит, то будет очень плохо. Вот. А вот это, кстати, может сработать. Окей. Давай допустим чисто гипотетически, что ему ударит свет по лицу, там блик от солнца, я не знаю. Хотя какой блик от солнца в 14 ночи в европейском регионе. Так. И он промажет и пойдет в лицо. Нет. Лол, я думал, он его сейчас убьет. Та сходка, ну, не лол.
неловко, но я бы не стал 3 себе в колоду таких класть. Чё ты делаешь? Он идет в лицо. Я не знаю, чем он думает. Возможно, он просто наркоман. А может быть, у него есть какой-то... Так. Это может сработать вместе с деревом. Окей, нужно похилиться. Если он так вот все идет в лицо, значит, у него, возможно, есть какая-нибудь штука, которая сломает мне лицо. Мое лицо, мое лицо. Хотя, в принципе, он же дал мне 4 заклинания. В принципе, уже может разменяться тогда уж. Ну да, пошел в запись. Ну ладно. Но я все равно немного не понимаю. Не понял. Ну, хотя да, сейчас он сможет спокойно разменяться и как бы выйти в плюс, и мне будет сложно против него драться, потому что тигр остается в живых, и как... Чё, в лицо до сих пор идёшь? Чё он делает? Окей. А, возможно, у него есть какие-то ремувалы. Вот, ликвидация. Только... Зачем? Ладно, тогда я тоже свою ликвидацию заюзаю. Ну, окей. Умные размемчики и что-нибудь толстое. 5-5 очень толстый, но 5-5 за 5 мана это... Ну, ок. Чё? В принципе... Двойная атака будет очень круто выглядеть, если поставить его на дерево. Окей, чё он... Ай-яй-яй. Чё происходит? Небесный голем. Кстати, насчет небесного голема, вот недавно же вот из Лиги приключений, исследователей, да, появилась же вот эта вот золотая обезьяна, 6-6 таунд. И она за 4 маны. То есть представь себе, как небесный голем вырос в зале. Зачем он разменялся? Сколько у меня тут атаки? Хватит ему лицо... Да, хватит ему лицо сломать. Вот так вот карточный колдун и выиграл мне игру. Ладно.